Две недели остается до вступления в силу нового мусорного закона, который принципиально меняет систему утилизации отходов. Но уже к 15 декабря все потребители должны были заключить договоры на вывоз мусора с региональным оператором. В отличие от ТСЖ и управляющих компаний, большинство организаций до сих пор этого не сделали. Но оплачивать счета им все равно придется с 15 числа. Об этом сегодня рассказали представители одного из рекоператоров на презентации нового оборудования полигона бытовых отходов. Машина заезжает, я ее взвешиваю, вес сохраняется, она едет, разгружается, на обратном пути возвращается, я ее взвешиваю, они рассчитываются и уезжают. За час такие специальные весы способны пропускать около 30 машин. Обещают в ближайшее время, усовершенствовав систему, повысить результат в 2 раза. Установка весов – прямое требование закона. Без них рекоператор не имел права начать работу на территории Барнаула. Кроме того, система взвешивания должна решить одну из давних проблем. Если вы все помните, отходы, поступающие на объект захоронения, принимались в кубах. И всегда возникал вопрос, какое же количество отходов де-факто поступило на полигон. То есть граждане были сомнения по количеству отходов, по качеству и, соответственно, по цене за данную услугу. Точный объем мусора уже в следующем году позволит скорректировать тарифы, сделав их более объективными. Станут ли они при этом меньше, неизвестно. Должны накопиться данные для анализа. Также мусорная статистика поможет, по словам специалистов, уточнить объемы переработки для точного расчета мощности будущего мусоперерабатывающего завода. Он должен появиться рядом с Барнаулом в ближайшие годы. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.